Как будто одна атакующая способность. На самом деле нет, но как будто бы да. Опять я просто культ нажал. Но пойдет, ладно, в любом случае пойдет. Братишка, братишка. А перед началом видео не забудь поставить лайк и подписаться. Это очень сильно поможет в развитии моего канала. И также не забывай приходить на стримы, которые проходят практически каждый день. Буду тебя ждать. Так, погнали. Ой, блин, за что? Так. Так, стоим против Морриган. Пики, конечно, особенные, но ничего страшного. Так, блин, забавно, бицы есть. Так, я могу и на себя кинуть. Проверяем. Магический щит. Ой, аж пролагала, как будто бы. Тихо. Капец, она мне надамажила, так больно. Что? Ладно, гоубэкнемся. Что будем собирать? Будем собирать умственный разум, ё-моё. Жесть, двойка занимает какую-то неимоверную область. Так, это она выбила, да? А, я не туда нажал. Сюда. Все нормально, нормально, я добил ее. Вот это... А как она так не умирала попервой? Ну, мне, конечно, этот баф не нужен, но ладно, бог с ним. Так, в общем, ставишь, она накапливается, направляешь, она бьет. Тыщ. Прикольно. Нормально, таврку побили. Это она в инвиз ушла, да? Нет. Ну, юзай что-нибудь. Надо накапливать, бро. Блин, не успел ульт нажать. Добей. Он третий левел. Как он ее вообще может добить? Он ее не может добить. Так, он ее убил, да? Он ее убил, молодец. Как будто одна атакующая способность. На самом деле нет, но как будто бы да. Ну и надо ульт проверить. Может быть, ульт все компенсирует, кстати. Хотя двойка бьет достаточно далеко. Ау. Умерла. Жесть просто, что? А что это было? Нагазал получается? Жесть. Там Анубиса. А чё не дожало-то? Монетки мне не сбили. Кайф. Нет! Господи, я забыл. Это же не первый смайт. Жесть, он как быстро. Ну ладно, 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 ладно. У них Анубис в джангле, я так понимаю. А Танатос где, на соло, что ли? Ой, я ультанул. Ладно. И
Я не думал, что мы ее так быстро убьем. Уп, щит заблочил. Прикольно. Ой, там Донатас что-то не дожал. Не умри. Пойдет. Опять я просто культ нажал, но пойдет, ладно, в любом случае пойдет. 14-8, хорошо идем, кстати. Седьмой Анубис. Ну блин, о, ну я его убил. Я его все равно убил. Так, они пошли лево гангать. Я, в принципе, наверное, мид пока пооформлю. Надо не забывать, что у меня есть Мердин, и я могу несколько раз способность нажать. То есть сначала нажимай Мердин, а потом способность. Он может меня сейчас гангать. Ладно. Я немножко неправильно Мердина прожал, но это не важно. Слишком по левелу уже просел. Все, он ливнул. Все, на этом игра с Анубисом закончилась. Это что? Я умер. Да, видите, над ними тоже иконка двойки. То есть они накапливают двойку тоже. Братишка, братишка. Блин, ну как будто бы ей урона не хватает все равно. Ладно, сейчас посмотрим, может у нее лейт сильный. Единичка должна просто жесть сколько откусывать сейчас. И это 360. Ну типа в теории за прокаст всех обилок можно убить с таким уроном. Там чисто Танатосы выясняли, кто из них главный Танатос. Сейчас, наверное, из-за того, что этих персонажей добавили, все будут только ими играть. Я так думаю. Двойку щит можно, кстати, и на союзника кинуть. Это тоже, ой, тройку. Это тоже вон прикольно. Типа вот так шинг кинул. И иммунитет к замедлению. Кайф. Он в той области накапливается, пока не обилки использует. Забавно. Тынч. На 350. Нормально. Засейвил чисто. Как будто бы как саппорт, что ли. Ой-ой-ой, там задул просто. Еще и блинкнулся с ульты. Плюс. Так, ну мы их поддушиваем, это хорошо. Но... ну как нам пушить? Так, теперь она. А теперь я. Ну да, видите, она даже уйти не может. Бынч на 310. Прилетело. Нормально. А ну-ка. Тынч на 500. Но он не прилетит, он лох. Знает, что я его бы убил сейчас. Слушай, не, я ошибся. Обшибка. Двойка нормально так-то бьет. Мы сплит пушим, получается. На двоих не могу повесить щит, только на одного.
А ульт это два портала, типа. Прикольно. А ну-ка. Блять, он убежал. О, это что было? Да какие ретрит, надо пушить. 204. Слабенько бьешь, бро, слабенько. Но он не настакал, его двойка не зарядилась. Прикольно. Короче, для тех, кто будет ролик отдельно смотреть, единичка две формы имеет. Одна со станом, одна без. Двойка накапливает силу, когда в ней в области юзают абилки, я так понимаю. Тройка это щит, который можно вешать на тиммейтов и на себя. Но это если вкратце, без подробностей. С подробностями я, наверное, сделаю отдельный ролик какой-нибудь. А это так, чисто первый геймплей. О, прочекал. Ну, не прочекал. Не прочекал, конечно. Ну, надо допушивать, я не знаю. Я не знаю, как мы будем пушить. У нас танка никто не пикнул, естественно. Новые же персонажи вышли. Нужно же их прочекать. Прикольно, вот так под Феникса кинул двойку, она накапливается. Бунч. Взаимодействие, ну-ка, что будет? И что я сделал? Я что-то сделал, тиммейту что-то сделал. Передал ему щит. Что я сделал? Жесть, она может взаимодействовать с тиммейтами. Ну-ка, давай еще раз. Я кинул. Нет, теперь не могу взаимодействовать. А что было, интересно? Пошел пушинг процесс. Просто он умер. Уничтожен. Так, я про Мердина забываю. Блин, ну ладно, вроде дамага нанес ему. Даже Мердина успел в замесе прожать, лул. Прикольно, что вначале они добавили, типа... Ты выбираешь на первом уровне либо бицы, либо блинк. Прикольно. И поменять уже нельзя. Пить, продать. Хотя мы можем продать. О, а что это? Поняли? Во время матча прям. Не, наверное, это понерфит. Ну, должны понерфить. Не может такого быть, что ты во время матча можешь активный предмет менять. Это очень странно. Нам бы второго Феникса сдуть, пока первого нет. То потом опять будем на одном месте. Блин, что же интересно такое? Щит? Нет, активации нету. Блин, странно, странно. Что за кнопка активации была, интересно? Пойдемте побьем, что мы? Кто танчить у нас будет, якобы? Ну, теперь тем более. Теперь тем более. У них Геката убили, все, пора. Я вам буду щит давать. Отлично, еще и ФГ забрали. Дэйм, без танка, без всего. Взаимодействие. Вы видите, кнопка появляется? Что за кнопка? Ух ты ж, блядь, вот как ульт работает правильно. Да, очень просто в меня все вкинули. Блин, вы поняли? Она ультом еще и может затянуть кого-то через портал. Офигеть. Ну, нормальный замес.
Слушайте, ну вообще интересная геката. Супер интересно на ней играть. Ну и на этом, собственно, все. Не забывай ставить лайк, если видео тебе понравилось. Подписывайся на канал. Также не забывай про мои соцсети в описании, группу ВКонтакте, Телеграм и мой Бусти. Увидимся уже в следующем видео. Всем ББ.